Итак, всех большой-большой привет! Приветствую вас на своем канале Вязание с Татьяной. Рада заглянувшим на мой канал. И у меня, девчонки, такое ощущение, как будто я очень давно уже не снимала видео по обзору пряжи. Не знаю, мне кажется, прям совсем давно. Хотя вроде и недавно я снимала со склада пряжу, но такое чувство, как будто прошло уже очень много времени. Итак, что сегодня я буду вам показывать? Пряжу, которую я привезла из Краснодара. Пряжу, которую мы с вами закупаем в рамках совместной покупки. Это я говорю для тех, кто еще не с нами. Значит, как, что приобрести, почем и так далее. Все такие вот вопросы вы можете задать в группе ВКонтакте. Группа закрытая. Ссылка на эту группу будет под этим видео. Пройдите в инфобокс под видео, девочки, и там будут все ссылки на анонс. Анонс – это с правилами закупки. Вы их, пожалуйста, посмотрите. Правила там 15 минут ролик максимум, все. То есть посмотрите ролик, там все основные вопросы по закупке я говорю, проговариваю. Ну и также, соответственно, ссылка на группу там есть. Группа закрытая, вы подаете запрос, я вас принимаю. Все, и вы присоединяетесь к нам, и имеем мы с вами возможность приобретать пряжу по отличным ценам и также спицы. Все, вступительную речь я, в общем-то, сказала, девочки. И давайте посмотрим. Ну, выкуп вообще небольшой, он достаточно маленький, поэтому, я думаю, я надолго ваше внимание не отвлеку. Значит, первое, что хочу показать, это Ернард Альпин Ангора Меланж. Первый раз получаю такую пряжу. Значит, по составу 20% шерсть, 80% акрил, 150 грамм в одном мотке и длина нитки 150 метров. У меня окно открыто, просто закрытым окном, девочки, здесь невозможно быть, потому что очень душно. Так, значит, вот такая пряжа. Номер цвета 434. Открыть не имею возможности, потому что упаковочка, она запаянная. Поэтому мы будем с вами смотреть только через пакет. Таких две упаковки. Вот, Альпин Ангора Меланж. Две упаковки. Но это зимненькая пряжа уже, да? Девочки закупают, запасаются заранее. Потому что уже, в принципе, конец июля. Да, остался один летний месяц. И, в общем-то, снова осень и снова зима. Так, дальше. Точно такая же пряжа, только другая расцветка. Также их две упаковки, соответственно, 6 мотков. Тут сколько получается? 450 грамм и 450 грамм. 900 грамм в одной в двух упаковок. Так, это номер цвета 432. Вот такой вот. Тут и голубые, и синие, и розовенькие, я вижу, проглядывают тона. Вот такая пряжа, первый раз я ее вижу. Дальше. Ализе Дива. Ну, это, конечно же, летняя пряжа. Вы ее все знаете. Расцветка достаточно распространенная, популярная. Так, в 100 граммах 350 метров. Дива Батик 457 номер цвета. 100% микрофибра. Вот такая расцветка. Дальше. Две бобинки. Этот картоп. Да, картоп. Ой, господи, картоп. У Ернард Flowers. Это обычный Ернард без добавления люрекса. 250 грамм в мотке, 1000 метров по составу. 55 хлопок и 45 полиакрил. Номер цвета 269. Вот такая вот упаковка красивого цвета. Дальше. Вот она идет, матрешка. В матрешке от картопа три такие большие бобинки. Тоже она секционка. Это обычная, не с люрексом. Так, смотрим. 200 грамм в одном мотке, 820 метров длина нитки. Номер цвета 21-62. Состав 75 акрил,
15 шерсти. Так, ну и метраж, как я вам сказала, где он? 200 грамм 820 метров в одном мотке. Дальше вот такая пряжа. Что я хочу сказать, вот такая пряжа осталась только в Краснодаре, девочки. Пришло две упаковки под заказ, соответственно. Это Ернард Саммер. Мы с вами брали в предыдущем выкупе из Екатеринбурга, но на тот выкуп я ее, видимо, забрала из Екатеринбурга всю. По вообще хорошей цене она была. Вот. И больше ее нет. Ее даже убрали с сайта. Значит, пряжа упакована вот в такую сумочку. В сумочке 4 моточка. Ернард Саммер. Я вам покажу. Достану моток. Такая прям пряжа, знаете, кто не знаком, она прям шелковистая-шелковистая. Вот эти вот вкрапления, вот эти, видите, вы их, ну, видно их, да, они блестящие. Прям вот ее трогаешь, она прям шелковая. По составу 70% хлопок и 30% вискозы. Номер цвета 01. Цвет камера передает все правильно. Вот как вы его видите, так он и есть. На плечевое изделие получается 500 грамм хватает. Ну, тут в зависимости, видимо, от размера. Ернард Саммер в 100 граммах 350 метров. Но в одном мотке 100 грамм и в упаковке, соответственно, 4 мотка. Но метраж хороший, мне кажется, даже на маленькое какой-то, маленький размер, там маечку, это 100% хватит. Но вот на длинный рукав не знаю. Рекомендованные спицы 3,5, девочки. Но очень она приятная на тактильность. Вот. Розовый цвет и, вернее, белый цвет и розовый цвет. Две белых и одна розовая. Время уже достаточно позднее. 11 час. Я вот только привезла с транспортной компании груз и решила хотя бы швейторг отснять, да? Потому что надо же все еще и разобрать. Так, дальше. Летняя тоже пряжа. Ализе Дива. Батик. Также секционка, как мы с вами посмотрели предыдущую. 100 грамм 350 метров. Микрофибра. Номер цвета 33/7. Пока одна упаковка, я ее вижу. Дальше. Так, вот это новая пряжа. Это, по-моему, Олечка заказала. Но могу ошибаться. Но вроде она красного цвета. Тими. Номер цвета 5908. И мы можем ее открыть. Это пряжа от Мадам Трикот. Да, Мадам Трикот. Цвет камера передает. Нормально. Значит, что у нас здесь? В 100 граммах 410 метров, 50% хлопок, 50% полиэстер. Вот такая пряжа, 5 мотков, ну и достаточно тоненькая нитка. Вот она, фокус. Она, видите, как будто прям блестит вся. Вот такая тоненькая ниточка. Так. 2,5, по-моему, рекомендованная спица. В общем, вот такая от Мадам Трикот. Первый раз такую мы получаем. 5 мотков. Оль, если это твоя пряжа, если я не ошибаюсь, расскажи, что ты будешь из нее вязать. Дальше. От Швейторга. София. Вот в таком цвете мы уже получали пряжи. Здесь тоже можно открыть. Вот такой моточек. Номер цвета 40022. Горчичный цвет. Прям структура нитки передается классно на камеру. Состав у этой пряжи. 55 полиамид, 30 вискоза, 10 кид мохер, 5 бэби альпака. В 50 граммах 120 метров. Мягенькая-мягенькая такая, знаете, очень она... На тактильность очень такая приятная. 10 мотков в одной упаковке. Их, по-моему, 2 должно быть в таком цвете.
Мы сейчас дойдем до нее. Так, Ализе экстра пришла. Обычно я такую беру на Урале. И вот в этот раз отсюда еще пришла Ализе экстра. Такой бордовый цвет. Ну, не знаю, по мне так это как бы бордовый. Камера его немножко передает в коричневый. 100 граммов 220 метров, номер цвета 57, 90 акрила, 10 шерсти. Вот такая вот упаковочка. Достаточно мягкая на тактильность пряжа, и большое содержание акрила я в ней не ощущаю на тактильность. Дальше, швейторг Диана. Ну, это вообще известная пряжа, очень много мы ее привозили, закупали. Я думаю, в августе уже она пойдет хорошо. Расцветок очень много на сайте. Ближайший стоп по закупке, по всем закупкам, 26 числа, то есть в воскресенье. Поэтому есть время еще заказать. Так, что у нас здесь? Открывать не буду, потому что они Диану плохо заклеивают. Хотя, так, 80 мериносовой шерсти, 20 шелка. 50 граммов, девочки, 200 метров. Такой вот цвет. Дальше, Нака Фиоре. Нака Фиоре. Это натуральный летний состав. Что у нас пишут по нашему составу? 25% лен, 35% хлопок, 40% бамбук. 50 граммов, 150 метров. Вот таких 6 мотков в одной упаковке. 300 грамм в упаковочке. Номер цвета 11236. Дальше. Ализе Cotton Gold Fine. Все мы знаем Cotton Gold. И у них появился Cotton Gold Fine. В 100 граммах 600 метров. Номер цвета 287, даже в 100 граммах 660 метров. По составу 55% хлопка, 45% акрила. Покажу вам ниточку, как выглядит нитка. Вот такая вот нитка. И она не толстая, соответственно, 660 метров, да? То есть понимаем, какая она по толщине. Тоненькая. Ну, летний вариант как раз. Так, дальше. Здесь есть еще две упаковки. Вот это вот Alpine Angora Melange. Номер цвета 435, вот такая расцветка. Ну и, в общем, их две упаковки. Так, еще одна упаковка Софии горчичной. И одна упаковка, так, вылезает, Ланоса мерсеризованный хлопок. Упаковочка пришла надорванная, вот, видите, можно посмотреть. Ланоса мерсеризованный хлопок египетский, 100 грамм, 210 метров. Ну, в 100-граммовом мотке 210 метров. Номер цвета 947. Рекомендованные спицы 4. Вот такая расцветка сиреневая от Ланоса. Обратно убираю. Главное не забыть заклеить. Могу забыть. Если забуду, девочки, извините. Так, осталась у меня пряжа в коробках. Пряжа детская, всем уже известная. Ой. Состав у нее смесовка. Там идет и шелк, и шерсть. Все то, что можно деткам. Так. Кашмир 5%, австралийская шерсть, шелк. Значит, австралийской шерсти 20, шелка 15, хлопок 60. Вот такая вот расцветка.
моточек покажу. Номер цвета 12. Он очень мягкий, очень прям вообще скользкий-скользкий. И мне кажется, его надо перематывать, когда вяжешь, потому что он может распадаться на вот эти вот штучки, вот на такие, да? Когда мы вяжем, они распадаются, если не перематываем, что не очень удобно, потому что это тратится время, лучше сразу перемотать. Ну, или потом пыхтеть его собирать, чтобы он не распадался. Так, номер цвета 12. Смотрим дальше с вами. Это вообще отличный вариант для подарка, если планируете кому-то подарки вязальщицам дарить. Вообще отличный вариант. Стоит недорого, в упаковке, в красивой. Не стыдно подарить. Дальше. Бэби-ронг вот такой, рыжик. Это номер цвета 31. Эту мы убираем. И достаем следующую, еще одна бэби-ронг. Так, и вот такой вот молочный, номер цвета 002. Вот он. Но он не чисто белый. Я думала, он будет чисто белым, он молочный. Так, следующие коробочки идут. Это Baby Silk. Тоже примерно из этой же серии, как Baby Ronge. И примерно с идентичным составом, девочки. Тоже для вязания детских вещей. Мне подписчицы присылали отзыв по пряже Baby Ronge. Носят вещи долго, стирают в машинке. С ними ничего не случается, не происходит. Поэтому пряжа хорошая и достаточно бюджетный вариант. Очень хорошая, приятная у нее цена. Так, дальше идет Baby Silk, 624 номер. Вот такой желтый цвет. Девчачий или мальчишкам. Так, дальше. Смеюсь. Дальше упаковка Baby Silk. Ну, остались Baby Silk в синем цвете, в голубом в таком. Ну, насыщенно голубом. Номер цвета, не знаю. А, 621 номер цвета. Сейчас посмотрим с вами все цвета, естественно, которые тут есть. Так, 624 еще одна упаковка в желтеньком цвете. Убираем. Так, такая вот коричневенькая пряжа, 657 цвет. И еще одна упаковка Baby Silk, последняя, девочки, в голубом цвете, 621. Все, в общем-то все, весь Краснодар я вам показала. Как я и говорила, небольшая закупка, небольшой привоз, но тем не менее, потому что мы ждали очень долго, что-то как-то еле-еле набиралось, поэтому все-таки решила я ее выкупить, все, ну и выкупила, все привезла. Поэтому на этом я с вами прощаюсь, напоминаю, что до 26 числа идет сбор и по этой пряже, и по Екатеринбургу, ну а более подробности все точные вы найдете в группе. В нашей группе ВКонтакте, в которой мы с вами все это и собираем. Все, надолго не прощаюсь. Всем говорю до новых встреч и пока-пока.